Ярославль снова утонул в снегу, неубранные дороги, аварии и километровые пробки. Такая ситуация становится традицией для понедельника. Это видео в редакцию телеканала прислали наши телезрители. Утренние заторы возникали прямо во дворах. Неубранная территория может лишить управдома работы. Сотрудники жилищной инспекции и власти города перешли к радикальным мерам. Отныне за некачественную уборку коммунальщики получают предписание, а те, на кого эти меры не подействуют, потеряют лицензию. В настоящее время на дорогах областного значения работает порядка 350 единиц техники. Повышенное внимание уделяется автобусным сообщениям, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам и опасным участкам. У нас есть единая диспетчерская служба. Это три сороковки, 40-40-40. В любом случае, если они не могут ставить или управляющая компания по каким-то причинам не реагирует на их заявки, они имеют возможность туда направить свое обращение к контролю, которое берется на контроль. И самое главное, что по результатам выполнения всегда заявителям созваниваются наши диспетчера